Сочные атмосферные обложки для тебя. Этот парень умеет создавать свой стиль. При покупке обложки покупателя ждет большой бонус. Все, мы в эфире. Все, на туре? Пока. Да. Но еще не пьет, пока. Все, Саша, пока. Да. Всем салам алейкум. Мы, как и обещали, вот. Я здесь не один, чтобы вы не думали, тот вот. Да, вот. Как и обещали, мы вышли, короче, в прямой эфир сегодня. Вот. Ну давайте, короче, наверное, повременим немножко, сейчас еще люди потянутся, потому что... Давай. Че, давайте, как там впечатление у вас о треке, в принципе, о релизе? Можете пока писать свои комментарии там туда-сюда. Вы просто... Ну да, кстати, конечно. Удобно. Так. Появилась бэк, да, появилась бэк. Так, и брат, да, кстати, там еще и брат, не забывайте, там, при участии Кали, Трувера. Ну, вообще, короче, кому какой больше зашел, можете даже сказать, ну, типа, если интересно... Еще раз повторюсь, здесь все! И все. Нет. Вот я просто вот, если вам не видно. Если вам не видно. Короче, суть в том, то, что мы вчера поступило очень много заявок по поводу нашего конкурса насчет ремиксов в Талии. И мы отобрали несколько каких-то версий, которые... Это не то, что самые лучшие или что-то, мы отобрали, которые там поступили, более придерживались там правил конкурса с хэштегом, со всей этой байдой. Потому что большинство, короче, из вас просто не указывают ничего, просто упоминают нас, но не указывают ни хэштег. Ну, короче, не придерживаются правил конкурса. И это может минус им сыграть. Какие-то треки просто, может быть, были хорошие, но из-за того, что не в правилах, короче, они могут не войти. Да? Да? Я. Ну, все, до свидания. Ну все, до свидания. Вот, видишь, ты такой подходишь сюда. Там бармен должен стоять такой. Вот такой. Потом сюда такой подходишь. Фокус. Не, вот... Сегодня, короче, это не будет то, что мы сейчас кого-то будем отбирать. Это просто мы будем слушать, какие там были вообще, в принципе. Это самые горячие ремиксы за вчера просто. Да, самые такие. Те, что зашли нам пока. Это все то, что было выложено до 00 по Москве вчера. То есть завтра мы также выйдем в прямой эфир и будем слушать те ремиксы, которые вы выложили сегодня. Поэтому если вы сегодня не услышите своего ремикса, но считаете, что он достоин быть здесь, то, наверное, дело в том, что вы как-то неправильно указали какие-то данные или еще что-нибудь. Поэтому выкладывайте это в IGTV, отмечайте всех, хэштег, и, скорее всего, завтра в таком же прямом эфире эти треки также появятся. Да. Так. Че, еще немножко подождем, наверное, да? Сколько там собрал? Человек? Черный, сколько подошло? Мы.
что там отходить не будет оттуда вообще. Просто там будет сверху дом. Не, не всегда иногда снимаю. Это Трувер сидит, если кто не понял. Салам алейкум, ребята. Не знаю, братан. Не знаю. Не, как это все. Миллионеры, знаешь, прежде чем вы должны заинтересовать покупателя. Салам алейкум. Пу-пу. Слушайте пока новый трек, кусочек. Кусочек. Через неделю. Так что. Что там, сколько этих? 1200. Что, начнем? Да похуй, давай начнем. Начинай. Да. Да. Че, ладно, давайте, короче, начнем и прослушаем. Ладно, сейчас. Давайте. Давайте. Так, первый. Ну, короче, первый, да? Слушай. Что ты говори, как называется? Ну, первый. Да, как зовут? Короче, пацан с профилем комарик. Давай я покажу лучше. Пацан. Пацан. Вдруг там мужик, блядь. Так. Короче, первый бит, вот. Чувак с профилем комарик. Первый бит, так. Погнали. Погнали. Вот так это надо будет ставить, да, постоянно так. Все, глупо.
Бросали мне, как они угорали в танцы. Завертели сляду слева от пульта. Криск не летит один час. По ней столько в чё-то палит. Денежка палится из кармана. Мы нормальными в полных боксерах. Эгоист, её зад высок. Эгоист, оттянись. Они всё кривили группу. Я бы размотал и фать. Думали, пора валить на коко. Джамбо хочет знать. Кожа цвета мок. Если кани тривиали. Клубок дыма всё знакомо. Кроме Комарик, Уэсли, Снайпс. И все это по кругу. Просто, да, блядь. Такой уже как будто там свистилось. Не, нихуёвый рэпер. И это круто. Не, начало пиздец охуенно, да? Да, начало прикольное, начало прикольное. Чё, как вам вообще вот этот, вообще, на ваш взгляд? Как вам этот Уэсли Снайпс? Уэсли Снайпс. О, комарик, привет, я тебя вижу. Начало охуенное, но потом что-то, короче, честно. Да, да, пацаны, разъёбывайте эти биты. Надо, короче, пацаны, типа, нету направленности прям четкой, но он, короче, ценится качество, вкус. Показал пол. Нет, я хотел перевернуть. Это качество и вкус, да? Не, я хотел. Так, следующий у нас, короче, It's Pokra. Да, вот. It's Pokra. Это клубничок, да? Я не знаю. Да, это. I don't know. Тоже вышли снайпсовские. Так, чё, let's go. Где же там на моём парте прикольная хуйня? Я бы этот орган поебал. Девушкам нужна любовь. Мы денежки бросали мне, они угорали там. Завертелись, я взлил от пульта. Крискни, нет, один джаб, по ней спорт. Что-то палит, денежка палится из кармана. Мы нормально, мы полны в боксере. Если бы ревером еще назвали, как бы... Он разъебанный. Прикольно то, что он так разъебанный, да. Там буринчик пошел такой лучший, блин, да. Че, какое мнение? Мнение какое-то? У кого что? Я слышал свой парт послушать. Я слышал свой парт, он... Мой парт звучал охуенно, я не знаю про все. Баран угонил. Баран упал. Баран упал. А, это твой парт? Да. А, вот это звучит. Это же этот, как он? Орган ебанутый. Ну, типа, да, только, ну, хуй, мне, типа, звучок базару нет, но, а так, типа, хуй знает.
Не, мне понравился мой парт. Давай дальше, ну бля, прикольный клубешник пока первый. Клубешник. Как он? Это клубешник. Новый стиль, клубешник. Так, давайте следующий, что там у нас, погнали. Это Tonight, короче. Arcade Tonight. Так, ехала, чё? Да, давай. Включаем. Это который непонятно с любого места начинает. Девочка нужна любовь, мы денежки бросали в них, они угорали в танцы. Нет, промотай просто дальше. Бас или что-то, короче, не скучно. Не пацаны, типа, мне скучно. Интересно, нас не проведешь. Мне скучно. Короче, этот, следующий, давайте. Неверин дома, короче, блядь. Неверин дома. Неверин дома. Ехала. Повременить. Все. Че, гол? Неверин дома? Да, неверин дома. На полстроки позже стоит. Там капа сдвинута вообще. Хуй пойми, пиздец, где-то местами прикольно, блять. Вот когда. Не, гитара это... охуенно в начале, она пиздосная. Мне наоборот понравилось вот на куплете биточек, когда более такое, блять, восточный пошел. Типа, да, вот мне тоже. Перкуссии вот эти вещи, а как бы, ну, блять. Там, да, перкуссия прикольная пошла. Такой а вот потом, да, как будто это просело потом, короче, блять, вот сильно нахуй. Так. Следующий. Чё, Джей, да? Вот тут кто-то пишет. Да, Джей. Так, следующий. Адель Прот. Так. Погнали, чё. Адель Прот. Прот бай Адель, походу. Эйдиэл. Эйдиэл Прот. Я бы взял этот бит и свел бы его охуенно. Если что, напиши мне. Адель Про, напиши ему насчет этого бита. Так.
Чё, следующий биток, да? Давайте заценим, что там у нас дальше. Радио тоже там нехуёво звучало, кстати. Да, он, кстати, залетел и тоже. Ну, этот сэмпл охуенный был, прикольно. Ну, он такой восточный, типа, да, прикольно. Следующий у нас Кэнди CKH. Салам, калике! Халайсон! Калике! Калике! Так, Кэнди CKH, погнали. Да, мы девушки слушаем сейчас ходили, только за вчера пока. И то это не все. Мы денежки бросали мне, они угорали там. Вот, блядь, везде на любой бит охуенно звучит. Включи любой куплет, блядь. Сынные пацаны при своем без потерь. Может быть, иностранцы, но ты любишь понаглей. Капель на бокале, мятая постель в ритме танца. Тут не бордель, ты не пася. Бит накидал типа сальса. Давай закрутим эту центрифугу. Не шлюха, не сука, ты подруга для досуга. Беру хапку, хапуга и в тапку. Она пушка, она пушка, на ее в охапку. Правда, потратишь всю зарплату, но деньги ведь не главное. Парни жарят мясо и бабы. Можно было порезать на самом деле, потому что припев до хуя так получается, язык не меняется, то есть, ну, можно было меньше сделать его опять же. Просто да, да, но все подходит. Ничего охуенно, лишнего, когда все короче. Просто. Да, охуенно. Кэнди CKH, Кэнди CKH, нихуя. Вообще залетело, залетело. Залетело, залетело, залетело. Так, что там дальше у нас, кто по списку? Ill don't he beat. Короче, я не знаю, как это прочитать, пацаны. Так что не обессудь, кто бы тебе. Главное не обессудь. Опа! Наша тема называется Баянаул! Я вас не слышу! Thank you.
просто угорал. Мне не нравится такое. Наебал. Так, следующее по списку. Сука. Бля, так, ну такое просто дохуище, на самом деле. Ну да, не, я говорю, если в рамках такого стиля прикольно, типа, а, ну наверное, так. Наверное. Rollout. Дальше следующий. Rollout.mp3. А, братан, лучше бы вав был. Качественный. И все это покруг, это я расстрою. И все это покруг, это я. Сам грамм, типа, пиздец, ну, сочно. Такой чисто палец. Все из кармана. Деньги надо положить, и будет охуенно. Ее запах загнутых ягодиц. Ягодиц, начнись, начнись. Они все привели губы, я бы размотал их. Так, думали, пора варить там. Там сам потратил всю зарплату, но деньги ведь не к нам. Заебал, не торопятся, и папа это слава. Письмо твое открою. И далее, прыскрою. Ревером раздул. Охуенный бит. Просто его свести и положить на него другой трек, как будет. Бас, типа, знаешь, слишком срёты, типа, из-за этого. А так, да, охуенный бумбэпчик такой, бля. Такой, бля. Чё, как вам, заходит? Такой залетел, чё, как вам, заходит? Так, следующий у нас OG, руки. Это, по-моему, хороший биток. OG, руки. Следующий. Предыдущий был, если вы спрашиваете, вот был предыдущий. Если вы спрашиваете. Вот этот был. А сейчас будет вот этот. Так. Давай, братанчик, ставь, что там. Брат Анчик, OG Road. Ты понял иронию? Брат Анчик. Брат Анчик. С интернета. Нет, это неплохо, просто хочется
что ли, развитие какое-то. Ну да, но на одной волне как будто идет и идет, типа. Фоновая музычка такой. Если типа под каждого как-нибудь по-другому, да, еще раз. Ну не прям, просто. Он знаю, как будто как голоса звучит, не поел, просто бит. Да, просто. Ну да, да, просто бит, да. Просто хороший бит. В стиле хип-хопа, все. Так, следующий у нас FVRRUH подчеркивание. Да, нахуй ты. Тали, ремикс, глаза. Так, Тали. 15 часов назад закинул, пацан. Да? Черный квадрат маленький. Снайпс. Так, следующий. Слатерок. Слатерок. Че, как вам вообще, какие там, вы можете тоже там пометки себе делать, какие вам больше зашли, какие меньше. Может, нам там легче будет потом выяснить. Выяснить. Кто это кто сделал? Сейчас мы выясним. Кто это сделал? Так, следующий. Слатерок. Девушки создали визов. Девушка нужна любым. Мы денежки бросали в ней, они угорали в танце. Завертелись рядом, слева от пульта, риск не летит один джаб. Парней с похуй в чёрный палец, так. Денежки палятся из кармана, мы нормальными. Полный бок вверх, эгоист. Её сад, кусок, таки годит. Потянись, они всё кривили губы, я бы размотал их. Думали, пора валить. Попыточка у Уэсли Снайпса. Губы дым, всё знакомо, кроме Грэмми и Тали. Да, прикольно, но, блядь, старенько, мне кажется, скучновато. Такой чисто кулевский хлопок. Так, вот это охуенный бит. Так. Кто? Error 696. Ничего, следующий бит. Так, тогда я слышу. Чтобы тайповый, он как Джей Роковский с крайнего альбома, помнишь, год назад вот такой он сделал. Если ты слушаешь Джей Рока, ему бы очень зашел этот бит, я думаю. Почему в натуре, да, он просто на все биты звучит. На все залетает. Пацаны, вы можете отрезать припев, если его получается дохуя, это не страшно. Может быть, ты но ты любишь понаклей. Набор горит,
Заебывает. Охуенный бит, но. Ну, типа ход развития просто. Так, кто там следующий? Кто у нас там? У нас следующий прод бай 1177. Все. Все, готовы? Let's go, let's go, let's go. Хорош! Блядь, без претендентов прям. От меня вообще огромный, типа, блядь. Салам алейкум. Салам алейкум. То, что ты в разных стилях разъебал. Там и драм-н-бейс был, блядь. И дэнс-холл, блядь. И нью-скул, и олд-скул, блядь. Да, так, прикольно, прикольно. Следующий у нас... Остановить надо, наверное. А, тот идет еще, да? Так, следующий у нас... Хатаб Бич. Бич. Чё, погнали? Хата, бич. Погнали. This my crew. Yeah, Italia, Brazil, doesn't it dance? Что там, как вам? Вот эта версия. Капов, шефы, правда,
Машин чисто. Когда заплетаешь. Какой-то вот так типа. Сука. Так, следующий. Чтобы не надоедало. Следующий. Next one. Так, следующий у нас Jericho Music. Jericho. 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 Чё там, вы не устали, да? Вы не устали, такой отвернулся. Да похуй. О! Jericho. Харри Фрау. Френч Монтана. Да, именно как бит охуен, как ремикс хуй его знает, ну да, вот именно как бит. Ремикс, ну, типа... ну а как бит Jericho можешь мне написать. Вот да, короче, типа, как ремикс, вот, короче, хз, а вот если бит, вот реально, типа, охуенный, и вот он, ты можешь написать. Да, напиши Труверу, и там вы договоритесь, они дорогие, блядь. Так, дальше, так, это у нас крайний получается уже. Да? Крайний на сегодня. На сегодня. Так, да. Крайний на сегодня у нас Apophis True. Наверное. Че, крайний, все, пацаны хотел сказать. Ребята. Пацаны, ребята. Ребята, пацаны. Yeah.
Ебаный сбоку в чё-то пальто. Там кому нравится. Очень приятно звучит, типа, блядь, нет ничего лишнего, и просто приятно слушать такое музло. Кайфово очень, спасибо большое. Короче, что, это был... мы завтра же, да, еще? Да, короче, да. Это был последний на сегодня ремикс, и, короче, завтра мы выйдем тоже так же в прямой эфир, будем слушать, что сегодня мы поскидывали там, да. Но опять же, завтра мы выйдем, кстати, в эфир вот с его аккаунта. Запомните это. Лицо. Завтра вас ждем всех. Кто не доделал биты, скидывайте, делайте. И еще такое, короче, вас не заметят, если вы не будете придерживаться условий конкурса, то что выкладывать в IG, указывать хэштег. Да, указывать это в IG не было условием, но так очень удобно найти. Да, в IG так удобнее вас найти будет, короче. Удобнее так что... слушать треки целиком просто, когда вы заливаете их в IG TV. Мы, конечно, извиняемся за то, что не уточнили это сразу. Ну так, да ладно, я отсюда. Да. Ну и короче, все, давайте. До завтра. Салам алейкум. 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 Так. Все, зови. Не хочу я чути твій голос. Не треба мені твоїх сліз. Я прошу тебе не наярю. Бо що в мене є цей зліз? Ти не наярю, ти не наярю, ти.